Всем привет! Ну и так, такая тема, значит, переросшая трава. Так, чем эту переросшую траву косить? Значит, ну понятно, если ее надо просто выбить, то хоть леском, хоть ножом, без разницы. Но если надо скосить так, чтобы потом не получалось длиннющее сено, или сразу же корм, чтобы не получался длинным. Потому что, например, кроличья сетка, так? У меня ячейка 25 на 25, вот, и самая такая подходящая, чтобы и мелкие не пролезали, и можно было есть. Но если длинное сено, то оно поперек ячейки может так лезть, сено или трава, как ляжет поперек ячейки, и все, и невозможно его проесть, так, навозишь такую здоровенную кучу, чуть-чуть подъедят, и все, лежит поперек, они не могут достать. Вот. Что делать? Потому что вроде бы и выбрасывать такое жалко, там, достаточно молодого еще не подросло. Как косить? Ну, косится известный метод, значит, два слоя. Один слой, потом другой. Только как это сделать на практике, так сказать, чтобы оно было не помято, не перебито все в труху, а именно скошено. Значит, ножи. Нож предпочитаю, для такого советую взять трехлопастный, потому что, например, я люблю большие 40-зубые ножи, но вот здесь он, когда ты будешь заканчивать рядок и опускаться, чтобы пустить ниже, не подойдет. Вот, поэтому советую очень трехлопастные и очень хорошо сегментными с подвижными лопастями. Когда трава еще чуть-чуть только большая, так, то просто можно им косить, и он больше перебивает травы, чем обычный нож. Так, он что-то как среднее такое, не то нож, не то леска. Вот. Ну, а в данном случае будем косить им уже в два яруса, так, и он достаточно хорошо будет и пролезать, и пересекать. Наша задача — получить достаточно мелкую траву и сено, или сено, да, если из травы, и как-то ее выкосить. При этом, чтобы ее можно было есть, употреблять. Начинаем. Так, смотрим, что получилось. Итак, при достаточно длинной траве у нас получилось вот такое, сантиметров 30 в основном трава. При этом это не сечка, как после лески,
потому что леска вообще иссякает в клочья и мнет. Это не сечка. Вот где только она лежала в бок, там уже где-то получилось длиннее. Но в целом вот такая, 30-40 сантиметров. Эта леска бы просто высекла, да и тяжело леской такой высокой носить. А так имеем корм, который достаточно неплохо пролезет через кормушку. И в то же время, в большей части, ну, он сохранен, он не помят. Вот крайне важно, вот там, когда переходит нож, и идет уже ниже, так, чтобы он не вымел траву. Если взять большой нож с большим диском, он опустится и просто будет в момент опускания много перемнет. А нам надо не мятый. Ну, сейчас сгребем, посмотрим еще. Так, кучка нормальная, но показываю со всеми огрехами, как есть по-честному. Значит, здесь, где прям аж вылегает, так, то часть вот такой осталась непрокошенной. Но это не целые стебли, а скорее половинки. Но вот прилегли, я их не выстрел. Здесь я скреб только кротовины. Кротовины очень не способствуют этому, много, наверное, кротовины. Вот. Ну вот есть недостатки. Я сейчас их косой подправлю, но вот лучше, если бы было без них. Ну и здесь покажу, уже я выкосил то же самое, только вдоль, чтобы было легко заезжать. Видите, какая посеченная довольно трава, если вспомнить, какая она была выше пояса кое-где, да? Ну, довольно мелко. И еще обращаю внимание на вот эту шайбу. Так, желательно, чтобы толстая была, приличная такая шайба, потому что очень сложно удержать уровень, так, нужна толщина шайбы, если без этого. Иначе будешь все время грести землю, когда вверх не смотаешься. Вот с такой ячейкой 25 на 25, они себе едят здесь, вольерчик их много. Вот, и оно уже видно, что провисает так. Это они просто ждут какую-то вкусняшку, то не рвутся ко мне. А так едят. И вот эта кучка, так, ну она не совсем под потолок, так снизу так выглядит, но кучка так высотой более чем полметра за сутки постепенно проседает вниз и выедается. Вот. Бывают эксцессы, но чтобы так по-крупному, что прям вот чик и легло все поперек и все. Вот, то нет. Когда вот так секу на две части и так кашу, то все нормально. Вот. Уже мы дергаем сверху. Сверху такая же ячейка 25-25. Понеслась. Ну все, кучку травы несу кролям. Ах. Значит, надеюсь, был полезен. Надеюсь, кому-то, кому приходится с таким иметь дело, вот, пойдет на пользу. Все, всем пока, с вами был Леонид Котвицкий.